Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня мое видео будет посвящено одному только сервизу. Вторая часть тоже выйдет сегодня, и там уже будут мои покупки, которые я делала в Бамберге и немного еще в Хасфорте. Но сегодня видео, которое я хочу вам показать. Хуберт вчера вечером после работы поехал в Бамберг и привез сервиз. Оказывается, в той поездке он присмотрел его в антикварном магазине и решил купить его сюрпризом для меня. Сервиз большой, и я хотела бы вот посвятить видео ему. Но вначале немного болталки. Хочу сказать, что в Бамберге я делала два видео, но первое видео немного у меня не то, что не получилось, она требует немного времени для обработки. Там немного наложился звук, поэтому я должна что-то обрезать, где-то пустить другую музыку, чтобы не забанили. Потому что когда я делала видео с карнавала, мое видео YouTube забанил и сказал, что авторские права, и я не могу это выпустить, либо я должна платить. Поэтому я должна немножко времени, погодя, будет еще два видео, вот это с прогулки и с карнавала, которые, ну, типа нашей масленицы, но здесь немножко по-другому, проводы зимы. Вот, поэтому требует времени на обработки. А мое видео вы видите, вот комод и две картины. Красная картинка. Ее рисовала Полина. Это все масло, холст. А вот эта огромная картина тоже масло, но это акриловые краски. Рисовала Стефани кусочек из Микеланджело. Она у нас была такой магнитик. Полина привозила из Италии кусочек фрески. И она вот нарисовала вот на таком большом холсте. Я думаю, что получилось очень хорошо. Не то, что она моя дочь, я хвастаюсь. Нет, на самом деле у них есть предрасположенность к написанию картин. А вот эту картину рисовал Хуберт. У него, конечно, очень много картин. Ну вот, одна из... Вот его подпись стоит, Хуберт Шук. У него два имени, Хуберт и Роберт Шук. Ну, Роберт... Здесь дается имя, когда крестит ребенка, второе как крестного отца. Но оно не используется, только в паспорте пишется. Так. Ну, давайте перейдем. Сегодня у нас очень пасмурная погода. Я уже включила все лампы, какие есть. И хочу вам показать вот эту красоту. Сначала вот сделаем такой вот общий план. Что входит сюда? Значит, сначала начну. Хочу сказать, что это фирма Эдельштайн. И мы с Хубертом, называется сервиз Мария Тереза. И этот штамп ставился с 1929 года по 1962 год. Но все мы знаем, что декор, по декору можно примерно определить, да, когда производилось. И я думаю, что это конец 30-х, начало 40-х. Дело в том, что я купила отдельно вот такую тирину, ну, дня 3-4 назад. И там указывается год 1940-й год. Значит, можно сказать, что этот сервиз выпускался тоже в этом году. Давайте начнем с супницы рассматривать ее. Какая она просто божественная. Просто божественная. Такие красивые ножки. Посмотрите, какой рельефный рисунок. Приглушенное золото. Мне так нравится, когда оно нет этого лоска. Она придает какой-то такой шарм, знаете, вот винтажность, старины. Прям я еще не мыла сервиз этот. Понятно, что я ее не поставлю в моющуюся машину. Все это будет мыться вручную. Вот. Так что, если кто хочет, Хуберт сказал, он сможет поискать.
Вот. Значит, 12 персон маленькие тарелочки. Сейчас я покажу вам чашечки. Они очень легкие, видите, прям вот просвечивают. Роскошный букет роз. Серийный номер стоит. Чашечек у нас 10 идет. Но, по-видимому, конечно, были утрачены. Даже есть для яиц. Ну, две штучки. Тоже такая же красивая масленка. То, что сказать, он красивый, не сказать ничего. Ну, этот, конечно, на мой вкус. Я не нахваливаю. Но дело в том, что ну, вот этот сервиз, конечно, меня сейчас немножко резкость наведу. Вот. Сразил меня. Был сюрприз, и Хуберт купил мне еще серебряную цепочку. Ну, а цепочка не просто простая, а такая дизайнерская, очень красивая. Я сделаю фото и, возможно, сделаю, буду когда делать видео сегодня, тоже покажу вам. Вот это вот для три салатника. Два одинаковых и один побольше. Милейшая сахарница. Так, есть соусник. Тут спрятался у нас. Это такие десертные тарелочки. Очень, ну, суповые. Мне прям даже вот страшно держать. Хупер говорит, что это сервиз на каждый день нам. То есть старый фарфор мы будем выкидывать. А этот, я говорю, Хуберт, а если еще ты встретишь еще лучше? Я куплю еще этот, а этот, типа, мы, может, если кто-то захочет, мы предложим людям. Вот такая вот красота. Вот такие большие тарелки. Здесь, в Германии, культура еды совершенно отличается от нашей. То есть, если сервируется стол, это обязательно я ставлю вот так вот. Три тарелки. Это на каждый день, не просто когда приходят гости. Три тарелки. Суповая, такая, такая. Обязательно ставится эта супница, сюрина на стол. Обязательно ножик, вилка. И это каждый день. То есть завтрак, обед, ужин. Это вот идет такая сервировка стола. Сначала я, конечно, даже уставала от этого, но сейчас я даже не могу. Когда ко мне приезжает сестра, ну, они же как русскоговорящие и живут здесь, то есть не общаются много с немцами. Она говорит, что я бы, наверное, устала каждый день вот так сервировать стол. Теперь мне это очень нравится. И сегодня буквально я вот упаковывала утром уже, заворачивала в газеты фарфор, который у нас был в обиходе. И он, скорее всего, его заберет Таня. Это моя сестра. Не знаю еще. Так, и вот эти я вам, наверное, еще не показала. Это блюдо для утки, я не знаю, для рыбы, селедница. Ой, вообще, ну просто, просто нет слов. Какая красота. Ну, я думаю, что вы мне поверите на слово. Я, конечно, сделала закладочку в книге, но сегодня я без штатива снимаю, руки заняты, чтобы показать вам, какому году принадлежит этот роскошный сервиз. Сегодня очень пасмурно, темно, поэтому у меня горят все лампы. А, еще хотела, пока пользуюсь, кто-то меня спрашивал показать самаркандский ковер. Вот, ребята, он лежит у меня в зале. Вот такой вот большой. Конечно, мне здесь не очень нравятся полы. Хуберт делал здесь, может быть, лет 20 назад, знаете, они как просто покрыты лаком. Ну, что делать? Какие есть? Так,
Ну, вот, наверное, еще раз пройдусь общую картинку этой красоты. Пожалуй, все. Даже звон у фарфора, как будто бы хрусталь, не просто вот такой глухой, а вот, если слышите, то вот он до сих пор продолжается, этот звук. То есть фарфор просто изумительный. Ну, на этом я прощаюсь с вами. Всем мира и добра. И пока-пока.